Уважаемый господин председатель, уважаемые депутаты Государственной Думы, согласно Конституции, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы. Никто не может присваивать власть Российской Федерации. Захват власти преследуется по закону. К сожалению, фракция КПРФ вынуждена заявить о том, что прошедшие 13 марта региональные муниципальные выборы мало соответствуют вышеуказанному требованию Российской Конституции. Так, в Республике Дагестан 11 марта было совершено вооруженное нападение на кандидата в депутаты Народного собрания от КПРФ товарища Гасанова Алибулата, в результате которого погиб его брат, а сам кандидат был тяжело ранен и попал в реанимацию. До настоящего времени ни исполнители, ни заказчики этого преступления так и не установлены. По нашему мнению, чем иным, чем попыткой захвата власти путем фальсификации итогов голосования, не назовешь выборы депутатов Саратовской городской думы, так как наблюдателями от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» были зафиксированы факты массового вброса бюллетеней с пометкой «За единую Россию» на 46 избирательных участках. На 87 и 88 участках ими были обнаружены урны для голосования с двойным дном, в которых обнаружены сотни бюллетеней с отметкой за эту же партию. На 92 избирательных участках в урнах для голосования наблюдателями от оппозиции обнаружены слипшиеся пачки бюллетеней. На 366 участках в нарушении действующего законодательства наблюдателям и членам комиссии не были выданы копии протоколов об итогах голосования. На большинстве участков, где были зафиксированы факты вброса, по решению участковых комиссий были удалены члены комиссии от КПРФ с характерной формулировкой «за воспрепятствование работы избирательных комиссий». По этим и другим фактам, по многочисленным жалобам от оппозиционных партий, в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка. Однако ведется она крайне вяло, что вызывает у нас обоснованное сомнение в наличии желания проверяющих установить истину по делу и привлечь фальсификаторов к установленным законам ответственности. Особым цинизмом и грязью, клеветой в адрес КПРФ, ее лидеров и кандидатов отмечены выборы в Законодательное собрание Тверской области. При этом в организации тотальной травли оппозиции были замечены не только желтая пресса типа Тверских толков или Края справедливости, но и вполне респектабельные государственные частные СМИ «Тверская жизнь», «Вече Твери», «Караван Я» и другие. Причем избирательные комиссии управления печати по Тверской области только к концу выборов и только после наших многочисленных жалоб наконец-то соизволили составить на них протоколы по административных правонарушениям. Эти и другие многочисленные факты, грубейшие нарушения избирательного законодательства, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что в стремлении сохранить свое господство, власть придержащая готова на совершение любых противоправных деяний при полном попустительстве избирательных комиссий и буржуазных правоохранительных органов. В связи с чем в российском обществе возникла настоятельная потребность в объединении всех оппозиционных сил, независимо от политической направленности, в стремлении защитить честные выборы и Конституцию Российской Федерации. И мы, депутаты-коммунисты, призываем сегодня к такому объединению. Примером такого плодотворного сотрудничества может стать дело по жалобе КПРФ и политической партии «Яблоко» об отмене результатов выборов в Государственную Думу Российской Федерации 4-го созыва, к рассмотрению которого уже приступил Европейский суд по правам человека. Благодарю за внимание.